новый союзник. Это же наша пушка. Вам нельзя волноваться. Скажите, что происходит? Уверена, ваши люди отважно сражаются. Посмотрите в окно. Расскажите, что видно. С подветренного борта! Пушки 6 и 7! Мой корабль в опасности. Вам нужно лежать, сэр. Ваши раны могут открыться. Ничего, когда надо будет, они залечатся. Идет бой, капитан. Да, Корма. Подведи меня к окну, чтобы я мог видеть, что происходит. Похоже, с нами будет все в порядке. Смотрите, испанцы напали на корабль всего лишь на грибных шлюпках. Если у них не подготовлен какой-нибудь сюрприз... От них можно этого ожидать. Иди вниз, проверь, насколько продвинулись враги. Я тоже пойду. Спасибо, Лайла. Нам нужна помощь всех. Яра пока присмотрит за мной. Гребите! Гавань! Гребите! Дайте залп по главной шлюпке. Валите по форту. Вперед! Испанские фрегаты. Мистер Морган, постарайтесь. Поднять паруса! Так держать, мистер Морган. Баррикады долго не выдержат, шкипер. Испанцы прорвутся с минуты на минуту. Задержите их любой ценой до моего сигнала. Можете на нас положиться, капитан. Огонь!
Мистер Морган, несомненно, победит. Жаль, что я не с ними. Дела плохи, капитан. Солнце на закате. В темноте они не смогут толком прицелиться. Открывайте! Открывайте? Вы что, дураки? Ты кого назвал дураком? Тебя, болван! Времени мало. Надо готовиться подать сигнал кораблю. У башни плоская крыша? Да, сэр, но туда трудно забраться. Ребята, уделайте испанцев в сметку, а мы с Мока подарим сигнал Моргану. Хорошо, давай. Давай, давай! Давай, у тебя все получится! Легче пареной репы. Не теряй времени. Мока, Дублин, спускайтесь как можно быстрее. Ладно, по моей команде. Следующая очередь, Топс, в атаку! Готовься! Давай! Давай! Еще! Сюда! Мы спасем их! Это мистер Морган. Мы скоро будем на борту. Откройте глаза, сэр. Нам надо добраться до Веракрус. Уж не знаю, сэр. Два испанских фрегата переградили залив. У меня есть план, мистер Морган. Thank you.
Приготовились. Огонь! Я постарел на 10 лет, капитан. Но, клянусь Господом, все получилось. Поворачивай на Веракрус, пожалуйста. Капитан, успокойтесь. Все в порядке. Вам просто приснился кошмар. Я проспал целый день? Да, сэр. И вас больше не лихорадит, слава богу. С добрым утром, капитан. Как вы? Мне очень хочется встать на ноги и увидеть залив Веракрус. Спасибо, мистер Морган. Свяжитесь со всем флотом. Отправьте их туда как можно скорее. Если удастся захватить Веракрус, мы станем невообразимо богатыми. Мне нужен лишь Ван Гульден. Я понимаю, сэр. Кажется, мы одинаково ненавидим его. Я не знал, что такая ненависть существует. Я наслышана о вас. Наконец вы здесь. Вы обещали помочь мне отомстить. А что с тобой приключилось? Он уничтожил мою семью. Расскажи. Мои родители в жизни не видели ни этого бледнолицего, ни его плавающих дворцов. Мы были наслышаны о его жестокости, но не верили этому. Мы были мирным народом, жившим в прибрежных лесах залива. Мужчины охотились или рыбачили. Женщины собирали фрукты в лесу. Выращивали пшеницу, кукурузу и мололи муку. Мой отец был вождем племени. Его и моих братьев уважали. Но в один печальный день все это процветание, длившееся несколько веков, было утрачено навсегда. За ночь до этого был ужасный шторм. Испанский галеон пошел ко дну, и его обломки вынесло на берег у нашей деревни. Естественно, мы побежали туда, чтобы помочь людям. В живых остался лишь один человек. Он был похож на ходячий труп.
Это был первый бледнолицый, которого мы увидели. К несчастью, это был Ван Гульден. Пожалуйста, расскажи все до конца. Я прошу тебя, Яра. После того, как мы его вылечили, он убедил отца открыть тайну золота. Тайну сокровищ твоего племени? Да, в наших копиях было много золота. Наш народ умел изготавливать украшения и другие красивые вещи из него. Ван Гульден так нахваливал нашу работу, что однажды отец отвел его в святилище у подножия холма. Это место должно было храниться в тайне. В тот день наша судьба была решена. Это привело к смерти мою семью, деревню, племя, весь наш образ жизни. Ничего от этого не осталось. Он ушел от нас через несколько дней. А через 2 месяца он вернулся на большом корабле. Он приказал своим людям разгрузить бочки. С гордостью показал их моему отцу. Сказал, что это знак благодарности за нашу доброту. Это был ром. Мы не знали, что такое алкоголь. Команда Ван Гульдена рассказала нашим мужчинам какой-то хороший напиток, и они стали напиваться вместе. Ван Гульден подбадривал всех, и вскоре пили все. Все начали вести себя так странно. Все больше бочек сгружалось с корабля на берег. От рома все становились ужасно шумными. Только отец с братьями отказывались пить, несмотря на то, что Ван Гульден уговаривал их. В тот вечер все словно сошли с ума. Рабочие, воины, женщины, дети. Все смеялись, танцевали и пели. Несмотря на то, что мой отец с братьями не одобряли этого, все племя опьянело и не обращало на них внимания. Ван Гульден со своими людьми стоял и смеялся над ними. Люди начали терять сознание и падать. Моего отца обуяла ярость. Признаюсь, мне самой было противно поведение племени. То, как они дали себя одурачить. В какой-то момент Гульден увез своих людей на корабль. Я надеялась, что он уехал навсегда и увез с собой свою отраву. Но все вышло иначе. Когда заснули все, кроме отца, братьев и меня, случилось страшное. Вместо того, чтобы подплыть от наших мирных берегов, Ван Гульден начал обстреливать нас из пушек. Есть ли граница злу? Это было ужасно. Все племя лежало беззащитное на земле. Тогда люди Ван Гульдена сошли на берег, чтобы прикончить тех немногих, кто выжил. Они убили всех мужчин, женщин и детей. Отец с братьями сражались, как львы. Но в конце концов убили и их. Ван Гульден отправился в святилище, чтобы насладиться видом золота. Какое-то время я молила наших богов о смерти. Но потом я поняла, что они хотят, чтобы я жила. Чтобы я отомстила за отца, за семью, за мое племя. Чудесный вечер. На закате вспоминается о многом. Постарайтесь забыть о ней, капитан. Вы только больше расстраиваетесь.
Пусть она покоится с миром. Нет, Яра, не говори так. Она не умерла. Нет. Я знаю это. Если мы отправимся на Веракрус до нападения, мы застанем его врасплох. Я знаю, где дом графини Бернехо. Она любовница Ван Гульдена. Однажды я пошла туда в надежде убить его, но в ту ночь он не пришел. Мы бросим якорь в маленькой бухточке, которая находится на северо-востоке от Веракрус. Мы с тобой сойдем на берег, и к тому времени, когда Морган приплывет за нами, мы отомстим губернатору Ван Гульдену. Признайся, дружище, женщины обожают шкипера. Thank you.